Сейчас мы познакомимся с вами с техническими характеристиками металлоискателя Тессора Silver Humus. Этого замечательного представителя линейки Тессора, предназначенного для новичков. Нет, конечно, с ним может ходить и профессионал, причем он получит исключительное удовольствие от этого металлоискателя, от его простоты, адаптивности, от четкости в определении целей и в определении местоположения цели. Но все же, в первую очередь, этот металлоискатель можно посоветовать именно новичкам. И для того, чтобы с этим металлоискателем вы начали настоящий производительный поиск, ну, ничего специфического делать не придется. То есть вам достаточно будет прочитать инструкцию к этому металлоискателю, познакомиться с его органами управления, и буквально через полчаса-час можно отправляться на природу, где вы начнете с этим металлоискателем искать ценные, потрясающие находки. Я вас уверяю, что он ваши ожидания полностью оправдает. Несмотря на то, что цена этого металлоискателя достаточно небольшая, этот металлоискатель может оправдать те затраты, которые вы на него произведете буквально за 1-2 выхода. Ну, а за сезон вы, естественно, оправдаете стоимость этого металлоискателя многократно. Если вы хотите сопоставить затратную часть и прибыльную часть, да, если вы рассматриваете поиск не только как простое занимательное хобби, но и как извлечение некой прибыли, то, ради бога, металлоискатель Тессора Silver Humus, он оправдает все ваши надежды. Я не сомневаюсь в этом. Итак, почему он оправдает ваши надежды? Почему этот металлоискатель можно смело посоветовать поисковикам в качестве первого прибора, после которого вы, возможно, захотите приобрести более сложный металлоискатель, а возможно, не захотите, потому что поиск с металлоискателем Тессора Silver Humus доставляет несказанное удовольствие. Итак, металлоискатель оснащен поисковой катушкой, круглой монокатушкой диаметром 8 дюймов. Эта катушка предназначена для универсального поиска. С ней вы можете обнаруживать клады, вы можете обнаруживать имперские монеты, достаточно крупные, но вы можете обнаруживать и очень мелкие предметы, в том числе чешуйки. Это серебряные и медные монеты, которые чеканились в средние века на Руси. Металлоискатель работает на частоте 10,6 кГц. Эта частота достаточно высокая. И опять же, эта частота специалистами и инженерами Тессора сделана на этом металлоискателе не случайно. Именно такая частота позволяет сделать детектор универсальным, чувствительным к любым целям, с любыми параметрами. Но в первую очередь это относится, конечно, к размеру цели и глубине залегания цели. Металлоискатель Тессора Silver Humus обладает фиксированным балансом грунта. Это означает, что на заводе изготовителя отрегулирован баланс грунта металлоискателя, и на большинстве типов почв этот металлоискатель позволяет работать на предельных значениях уровня чувствительности, обеспечивая предельную глубину обнаружения целей различного размера, формы и материала. Ну, в первую очередь, нас, естественно, интересуют цели из цветных металлов. Но этот металлоискатель имеет два режима поиска. Режима бесшумного поиска с дискриминацией, когда поисковика не беспокоят отклики от ненужных целей, типа гвоздей, кусков кровли, еще каких-то железных объектов, которые, в принципе, не интересны для поисковика. Вы настраиваете режим дискриминации простым поворотом потенциометра, исключая ненужные объекты из поиска. И есть второй режим «Все металлы», когда поисковик слышит отклики абсолютно от любых целей. Этот режим поиска будет полезен на средневековых селищах, там, где любая находка, в том числе железная, может быть ценной. Но это относится, естественно, к наконечникам
стрел, копий, элементам вооружения, топора и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если на данном участке любая цель вам интересна, если вы хотите искать глубже, чем в режиме дискриминации, вы переводите металлоискатель в режим «Все металлы», и абсолютно все металлические предметы становятся для вас слышимыми. Вы их обнаруживаете с легкостью. Этот металлоискатель Tesoro Silver Unix имеет очень лояльную систему управления. Несомненно, Tesoro — это одни из тех уникальных, легендарных металлоискателей, которые освобождают мозг поисковика от лишних размышлений, от бесконечного контроля за настройками, от того, чтобы в процессе поиска вечно что-то менять, за чем-то следить, наблюдать и так далее. Вы получаете только звуковой отклик, вы получаете однотональный звуковой отклик. Но при этом могу вас заверить, что металлоискатели Tesoro работают настолько четко, что вы ощущаете полный комфорт поиска. Вы идете, металлоискатель обнаруживает полезную цель и говорит вам: да, ее нужно выкопать. И вы ее выкапываете. А ненужные цели он либо пропускает, либо четко вам сообщает, что да, цель есть, но выкапывать ее не надо. Эта система, четкая система идентификации, определения цели, она потрясающе реализована и в этом металлоискателе Tesoro Silver Unix. Если вы посмотрите на панель управления, вы обнаружите, что здесь всего два потенциометра и переключатель, с назначением которых мы познакомимся в следующей части. Управлять этим металлоискателем очень просто, это доставляет удовольствие. И самое главное, что комфорт поиска с этим металлоискателем выше всяких похвал. Он отыскивает предметы очень четко определяет центр цели. Вы не производите лишних раскопок и никогда не повредите с этим металлоискателем какой-то ценный предмет, который пытаетесь извлечь из земли. А что еще важно для новичка? Вот таковы технические возможности металлоискателя Tesoro Silver Unix. И в следующих частях мы проведем воздушные тесты этого металлоискателя, познакомимся с органами управления, и вы убедитесь воочию, что, потратив деньги на этот замечательный, простой, четкий металлоискатель, вы не потратите их зря.